Это здесь родимая Алана живет? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас тут Дед Мороз отправил к вам. Помощники доброго дедушки пришли к юным нефтекамцам в гости не с пустыми руками. Рузана Михайлова, мама Радима и Алана, решила принять участие во всероссийской акции «Елка желаний» и отправила письма мальчиков Деду Морозу. Депутат Госсобрания Курултай Республики Башкортостан Рустам Ахмадинуров решил помочь зимнему волшебнику и доставить подарки юным нефтекамцам. Четвертый раз, по-моему, у нас проводится эта «Елка желаний». Я принимаю с самого начала. И, конечно, когда определились желания детей, то, конечно, я прежде всего уже тоже пожелал, чтобы были желания именно с Нефтекамска. Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала с 15 ноября. Мама юных нефтекамцев до последнего не верила, что именно их семье посчастливится, и у ее сыновей осуществятся заветные желания. 10-летний Радим очень любит петь, мечтает научиться играть на гитаре. Ему для реализации своего творческого потенциала нужен был музыкальный инструмент. Нравится? Ну, надо будет настроить. На, держи свое пожелание. Алан, которому 8 лет, увлекается спортом. Мальчик давно мечтал о появлении дома турника. Желание юного нефтекамца исполнилось. Я очень люблю вот так вот заниматься. Хочу пойти на баскетбол, поэтому это висеет. А сколько ты отжимал? Сколько можешь подтянуться? Подтянуться 5 раз. 5? Ну давай в следующем году, чтобы 10 было. Самому младшему в семье Михайловых 2 годика. Осману пока сложно озвучивать свои желания. У него слабо развиты речь и слух. Однако теперь у малыша появился еще один стимул научиться разговаривать. Ему подарили умную колонку нефтестанцию. Вообще неожиданно. Я там написано было, что не все дети получат, потому что детей же много, это понятно. Когда вчера позвонили, меня аж трясло. Прям я была в шоке. Потом детям сказала, дети тоже, кто настоящий Дед Мороз приедет, спрашивали, все ждали. Быстро сегодня рано утром старший побежал в школу, младший прибежал, среднего. Очень вообще такое прям настоящее время чудес, неожиданности, очень приятно. Во время своего визита в Нефтекамск депутат Госсобрания Курултай Рустам Ахмадинуров пообщался с ребятами. Радим и Алан пообещали, что непременно научатся играть на гитаре и улучшат свои результаты в подтягивании на турнике. От себя же можно добавить, что теперь в Нефтекамске стало на 3 счастливых детей больше.